Очаровательные чемпионки в нашей фотоподборке. Юлия Ефимова, Дарья Клишина, Мария Шарапова, Алина Загитова, Варвара Субботина, Анна Курникова. Я уверен, что имена большинства этих спортсменок вы отлично знаете. Они входят во всевозможные топы самых красивых атлеток России и мира. Они яркие, привлекательные и добиваются успеха не только в своих видах спорта, но и за его пределами. У многих из них есть не только сумасшедшее внимание со стороны мужчин, но и большие рекламные контракты, позволяющие им быть еще более успешными и независимыми. У советских спортсменок таких благ не было. Даже смешно говорить о рекламном рынке в СССР. Да и вообще, в то время девушки жили в основном очень скромно. Но их любила вся страна, а заслуг у многих из них было больше, чем у современных, самых популярных российских спортсменок. Возвращаемся в прошлое и рассказываем о главных красавицах Советского Союза, которых в то время все прекрасно знали в лицо, и не только из-за привлекательной внешности, но и топовых достижений в спорте. Галина Ермолаева, советская велогонщица, выступала за сборную СССР в конце 1950-х годах и начале 1970-х годов, шестикратная чемпионка мира в индивидуальном спринте, многократная чемпионка всех союзных первенств в спринтерских дисциплинах. Лидия Скоблякова, советская конькобежка, единственная шестикратная олимпийская чемпионка в истории конькобежного спорта, абсолютная чемпионка Олимпиады 1964 года. Мария Гороховская, советская гимнастка, параолимпийская чемпионка в индивидуальном первенстве, обладательница наибольшего числа медалей, завоеванных женщиной на одной Олимпиаде, стала олимпийской чемпионкой в возрасте 30 лет, что превышает возраст всех других абсолютных олимпийских чемпионок. Наталья Кучинская, советская гимнастка, заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка Олимпийских игр 1968 года в упражнениях на бревне и командном первенстве, чемпионка мира 1966 года в вольных упражнениях, на бревне и брусьях абсолютная чемпионка СССР. Полина Астахова, советская гимнастка, обладательница 10 олимпийскими медалями, в том числе 5 золотыми, считалась самой изящной гимнасткой своего времени. Ее прозвище в западных СМИ было «Русская березка».